Вітаємо глядачів п'ятого. Інформаційний день розпочинає свою роботу. І сьогодні ми у вас запитуємо, чи підтримуєте ви діяльність уряду України. Будь ласка, телефонуйте, кажіть свою думку. Нам вона дуже важлива. Наприкінці дня ми будемо підбивати підсумки, будемо рахувати ваші голоси. Ну і, власне, будемо бачити картину, хоча б не з точки зору соціологічного опитування, але з точки зору того, насправді, як ви ставитесь до Кабінету міністрів України. Нагадаю, що минулого тижня з'явилися опитування Центру імені Разумкова, де стало відомо, що довіра до уряду стрімко впала. Більше того, відповідно до цього опитування, українці знову думають, що країна рухається в неправильному напрямку. Нагадаю, що одразу після президентських та парламентських виборів думка про те, що країна нарешті рухається в правильному напрямку, так думали близько, здається, 60% українців. Зараз 53%, трішки менше, думає, що країна знову рухається не туди. Ось такі от маємо рухи з точки зору настроїв українських. Обов'язково сьогодні будемо говорити про коронавірус, тому що на вихідних туди відправився, туди в Нові Санжари, де відбувається обсервація евакуйованих з Китаю, відправився секретар Ради з безпеки та оборони Олексій Данілов. Багато заяв він зробив. Поліція заявляє, що чергує в звичайному режимі, в посиленому режимі. І крім того, і Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України і президент України, заявили, що насправді була політична складова в тих мітингах, в тому протистоянні, яке відбулося в Нових Санжарах минулого тижня, протистояння між мешканцями Нових Санжар та нацгвардійцями. Насправді була інформація про те, що там є провокатори, провокатори не місцеві, однак, як з'ясувала поліція, більшість тих, хто, власне, кидав каміння у вікна, палив шини, а також протистояв Нацгвардії, були місцевими. От зараз ми бачимо картинку, троє героїв, які з'являлися в соцмережах, їхні фотографії, заявили, що насправді неправда, що вони звідкись приїхали, вони є місцевими і прийшли під санаторій в Нових Санжарах просто з цікавості і перебували там півтори годинки. Про це обов'язково поговоримо, а зараз доєднаємо до нашої розмови Володимира Завгороднього, блогера. Він з нами на скайп-зв'язку з Рівного. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку, наші Рада вас чути, бачити. От, чесно кажучи, не буду вас мучити запитаннями про коронавірус, тому що обов'язково цю тему ми будемо брати в наступних наших ефірах. У нас будуть і політологи, і народні депутати, ще встигнемо про це поговорити. А з вами я хочу поговорити про 23 лютого. Україна давно не святкує це свято радянське, це зараз Росія його святкує, там активно відбувається побєдобєсіє на честь Дня захисника, але окремі телеканали і окремі народні депутати, і не тільки народні депутати, окремі зірки все-таки дозволили собі в соцмережах розказувати якісь великі праздники, виставляти шашлики з номерами 23, це я зараз про Вадима Рябіновича, писати нецензурні висловлювання, ідіть ви своєю декомунізацією, це я при Іллю Ківу. І давайте почнемо з Інтера. Попри те, що Національна рада з телебачення, з питань телебачення та радіомовлення попереджала Інтер, щоб він змінив програмування на 23 лютого, 22 і 23 лютого все-таки там вийшли радянські фільми з возвеличенням подвига радянського солдата, там вийшли російські серіали. На вашу думку, чому Інтер не послухав попереджень Нацради телебачення та радіомовлення, і чи означає це, що десь він на горі має підтримку, чи просто от зараз така ситуація, такий тренд, що не обов'язково слухати Нацраду? Я думаю, що це такий тренд, що не обов'язково слухати Нацраду, і я думаю, що, ну, в першу чергу це зв'язано з тим, що в Нацради ніяких реальних якихось повноважень, щоб серйозно наказати телеканал, немає. Ну, то есть любые там штрафные санкции, которые они могут придумать, в принципе, телеканалам ничем особо не угрожают. Поэтому мне кажется, что телеканалы просто по привычке эксплуатируют те темы, к которым все привыкли. Спрос рождает предложение. И у нас достаточно большой процент населения все еще хочет дарить друг другу носки на 23 февраля и букетики подснежников или тюльпанов на 8 марта. Соответственно, телеканалы обеспечивают предложение. Но работает это, правда, и в обратном направлении. Предложение точно так же рождает спрос. Если все время кормить населения,
Население иронии судьбы Москвой и голубями. Ой, они у меня руки, чтобы их было видно в кадре. О, Москвой и голубями, там, я не знаю, в бой идут одни старики. Население к этому привыкает и продолжает требовать привычного. Поскольку наши телеканалы, в принципе, ничего особо, ну, большинство телеканалов ничего особо не делали, чтобы предложить какую-то другую культурную повестку, популяризовать какие-то новые украинские праздники, желательно более интеллектуально, чем дарить друг другу носки опять просто на другую дату. Ну, население, собственно, и продолжает точно так же жить в привычной колее, в привычной рутине. Так что здесь нельзя сказать, что чья-то вина. Нет, ну, безусловно, мы можем сказать, что это виноват президент Порошенко, потому что не хватило политической воли. Но на самом деле просто все делают так, как привыкли, потому что делать не так, как привыкли. Ну, это же надо думать, это же нужно что-то делать, нужно как-то шевелиться. Но зачем, если оно и так работает? Причина – банальная лень. Пане Володимире, так що насправді всі ті 5 років, коли Інститут національної пам'яті України проводив декомунізацію, пояснював, чому Україна мусить запроваджувати свої свята, чому вона не мусить святкувати спільно з окупантом уже в минулому, тобто ви бачите відкочування, чи все-таки той результат зафіксувався протягом 5 років, і ті, хто не святкував, таки не святкує, а ті, хто святкував тих 5 років, далі продовжує дарувати один одному носки? Да и нет. Результат зафиксировался. Результат, разумеется, есть. И все эти 5 лет были потрачены не впустую. Но результат какой? Он не массовый, он не покрыл 100% населения. Те, кто хотели услышать те месседжи, которые предлагал Институт национальной памяти, те, конечно же, услышали. И поскольку были расположены к тому, чтобы прощаться с советским прошлым, прощаться вот с этой, господи, прости, братской семьей народов, ну, они это успешно все декоммунизировали в голове. Но определенный процент населения не захотел услышать. Это нормально, это долгий, длительный процесс. И когда, с одной стороны, существует колоссальная инерция в обществе, а с другой стороны, существует один бедный национальный институт памяти, ну, понятно, что это все будет происходить очень медленно. Если бы была поддержка широкая средств массовой информации, телеканалов и прочее, которые у нас, как известно, очень независимые, и поэтому часто делают, что хотят. Если бы была эта поддержка, результат мог бы быть более оптимистичным. Но в любом случае, 5 лет — это мало. Моисей чуть дольше водил евреев по пустыне, чтобы у них изменилось когнитивное восприятие. Нам тоже нужно немножко больше времени. А то, что откат существует, да, это безусловно, потому что у нас сейчас народные депутаты позволяют себе не вставать, чтобы почтить память Небесной Сотни, потому что, видите ли, забыли упомянуть погибших беркутов, а они согласны почесть память только всех сразу. Ну да, есть откат. Он приветствуется частью населения. Это не очень хорошо. Но что с этим делать, я не знаю. От, власне, що з цим робити? Ви згадали Макса Бужанського. Ну, якщо Вадим Рабінович пише «Я служив в армії, і це мій праздник, з праздником вас, мужики», то, в принципі, ми не дивуємося, тому що це представник ОПЗЖ, і у них проросійська, російська риторика насправді останнім часом зовсім не прихована. Чи якщо ми подивимося на фейсбук-сторінку Іллі Ківи, там теж дуже багато в лапках цікавого можна зустріти щодо 23 лютого. А от якщо брати Макса Бужанського, все-таки це представник монобільшості, це представник «Слуги народу». Те, що він не встав, коли вшановували героїв Небесної Сотні, те, що він, знов-таки, зараз підтримує свято 23 лютого, ну, слава Богу, що хоч без матів, спасибі, не як Ілля Ківа, то, на вашу думку, чи повинна бути якась реакція влади? Все-таки це її представник. І якщо влада мовчить, чи означає, що вона де-факто підтримує ту саму риторику, яка звучить в ОПЗЖ, ну, того самого Макса Бужанського? Реакция, конечно, будет. Конечно, должна быть. Ее, конечно, не будет. Мы должны понимать, что партия «Слуга народа», она не существует как партия, как идеологическая или что-то. Она была набрана сбору по сосенке. И Макс Бужанский попал в нее только потому, что он популярный блогер, медиаперсона. И, соответственно, проще было взять его, чем какого-то безымянного свадебного фотографа. Если бы не этот факт, если бы у «Слуги народа» была какая-то реальная идеология, то Макс Бужанский мог бы оказаться разве что в ОПЗЖ, где ему и место с его важным
адекватными убеждениями. Я считаю, что так было бы гармонично. Вот. Но он находится в «Слуге народа». В «Слуге народа» находятся очень разные люди с очень разными убеждениями, преимущественно странными. Вот это необычное совпадение. Поэтому, да, партия должна бы как-то отреагировать. Ну а поскольку партия третий раз, кажется, уже объявляет новую совершенно идеологию, они уже были либертарианцами, теперь они центристы, в промежутке они еще кем-то успели побыть, возможно, православными социалистами или кем-то, я не знаю, я не успеваю уже запоминать. Вот. Я так понимаю, что идеология там не главное. Главное — это отчитаться о том, что она есть. Навести порядок внутри своей партии абсолютно невозможно, потому что их слишком много. Там с самого начала были расколы, с самого начала были зоны влияния олигархов. И, в общем-то, это все перевязано синей изолентой, и руководство партии просто надеется, что не очень со стороны заметно, как оно разваливается. Я не думаю, что у них есть ресурсы, возможности или желание еще и заниматься ватными убеждениями господина Бужанского. Пане Володимире, а якщо говорити не про парламент, а про уряд, от сьогодні ми запитуємо в наших глядачів, чи підтримуєте ви діяльність уряду України. Звісно, голосування тільки-тільки розпочалося, але станом на зараз 94% кажуть, що не підтримують діяльність уряду. Уже 95%, поки ми з вами розмовляли, телефонують нам, не підтримують діяльність Олексія Гончарука. Вочевидь, ситуація в Нових Санжарах вплинула на думку людей. Ви знаєте прекрасно про опитування Центру Разумкова. Ми знову рухаємося в не тому напрямку. Буквально за півроку країна розвернулася. І знову довіра до уряду менше половини, здається, менше половини, там 50 чимось чи 60 чимось відсотків не довіряють ані уряду, ані Олексію Гончаруку. На вашу думку, враховуючи, що влада, зокрема президент, дуже чутливі до думки населення, вони постійно апелюють до народу, чи означає це, що Кабінет міністрів України невдовзі подасть, чи піде у відставку, чи подасть у відставку? Я думаю, со временем это произойдет, потому что это будет способом для Зеленского спасти от дальнейшего падения свой собственный рейтинг. То есть назначить виноватых, что Кабмин не справился, Гончарук теперь плохой, самокат у него не искренний, и поменять их на кого-нибудь. И это действительно, скорее всего, поможет, потому что большая часть населения страны все еще живет все-таки в такой вот патриархальной какой-то патерналистской парадигме, что вот есть там царь хороший, а бояре плохие. И именно этот театр ему, скорее всего, и разыграют. Хороший царь наведет порядок с плохими боярами, которые тарифы снижали недостаточно эффективно. На какое-то время это поможет. Но расплата, конечно же, придет, потому что тренды совершенно однозначные. Рейтинг падает, рейтинг президента падает, рейтинг Кабмина падает. Падает рейтинг, всего на свете падает. Это нормально для Украины. В Украине всегда падают рейтинги, у всех падают рейтинги и растут антирейтинги. Я не знаю, почему Зеленского об этом не предупредили, что если он пойдет в президенты, то его перестанут все любить. Он хочет, чтобы его все любили. Но так не будет. В Украине так не работает. В Украине всегда ненавидят и критикуют власть. Чего он ожидал? Пане Володимире, от, до речі, про рейтинг президента. На вашу думку, ось ця ситуація в Нових Санжарах, плюс ще одна дуже чутлива ситуація – це ситуація з платіжками. Житлово-комунальне господарство вже прийшло в скриньки українців. На вашу думку, враховуючи, що побажання до президента, пам'ятаєте перших три пункти? Серед них на першому чи другому пункті було зниження цін на газ. От тарифи плюс Нові Санжари – це особисто підпилить рейтинг Володимира Зеленського? Чи все-таки все це скинеться на Кабінет міністрів, можливо, на депутатів, можливо, на ще якусь виконавчу владу? Тарифи, безусловно. Тарифы и платежки, безусловно, ударят по рейтингу Зеленского. Потому что что бы он ни делал и кого бы он ни отправлял в отставку, но в глазах обывателя президент отвечает за все. Они могут ненавидеть премьер-министра отдельно, потому что он им не нравится, потому что он не то сказал или потому что у него неправильная прическа. Но президент в конце будет крайним. Мы это знаем, это так работает уже много-много лет. Поэтому до какой-то степени купировать недовольство у Зеленского получится, отправив кого-то показательно в отставку. Но только до какой-то степени. В любом случае, все, что будет происходить, будет бить по его рейтингу. Потому что мы так привыкли рассуждать, и потому что именно на этом строил свою избирательную кампанию Зеленский сам. И сейчас все это, в общем-то, совершило полный круг и кусает его за мягкие, укромные, потаенные места.
Ситуация с платежками, да, она очень неприятная. Ситуация с новыми санжарами, она гораздо более неприятная для понимающих людей. Но я думаю, что широким массам еще непонятно, насколько там все очень плохо, насколько плохо отработала команда президента. Я думаю, что они это поймут со временем, и потом будет еще одна волна недовольства. Пане Володимире, а на вашу думку, а світ зрозумів насправді, що трапилось в Україні? І оця картинка, яким чином вона вдарила по іміджу України? Адже ми повідомляли про те, що наступного дня після протистояння в Нових Санжарах основні іноземні медіа вийшли з заголовками про Україну. Там були картинки палаючих шин, там були картинки розбитого вікна в автобусі, протистояння нацгвардійцями. От чи поправимо ми найближчим часом свой имидж? Насколько он погиршился? Сложно сказать, насколько он ухудшился. Для, опять же, для западного обывателя, безусловно, мы в этой истории выглядим некрасиво. Для, так сказать, вот западного эстеблишмента, я думаю, что ничего там удивительного не произошло. И я думаю, что многие из них понимают, что то же самое могло произойти в любой стране. Недавно у меня в гостях была подруга, она, ну, вообще не из Украины, она гражданка совершенно европейского такого государства. И смотря вот на происходящее, она сказала: «А я не знаю, как бы мои сограждане на это реагировали». И действительно, мы видели и на примере Франции с желтыми жилетами, и на примере некоторых других случаев, мы видели, что вот этот налет цивилизации, который быстро слетел с украинцев, он точно так же быстро может слететь и с населения любой страны, если он будет достаточно напуган. Проблема в том, что команда Зеленского очень-очень плохо отработала ситуацию с эвакуированными на карантин или обсервацию, как это ни называют. Вместо того, чтобы объяснить людям, что происходит, они фактически нагнетали панику. Начиная с самого Зеленского, который угрожал, что он поместит на карантин всех в Кончазаспе. И вот это выстрелило. Это было совершенно предсказуемо. Люди не понимают, что происходит. Люди напуганы. Люди считают, что эвакуированных селят рядом с ними в заведение, которое совершенно для этого не предназначено. А мы видели заведение, там двери не закрываются на замки, и душ током бьется, поэтому оно правда не предназначено. Ну, как-то вот, ну, не выглядит предназначенным для карантина переносчиков опасного заболевания. Люди на это реагируют адекватно. Ну, да, некрасиво мы выглядим в медиа, но я думаю, что произойдет какой-то новый скандал, и все об этом забудут. И если мы хоть чуть-чуть как-то правильно будем дальше делать, возможно, мы сможем напомнить Европе, что мы в первую очередь нация, которая выкинула Януковича в ходе революции достоинства, а не в первую очередь нация, которая кидается камнями в автобус с эвакуированными. В чем вообще смысл? Зачем вы кидаетесь камнями? Ну что вы хотите, чтобы вышел страшный вирус и теперь они простудятся, потому что они там ночью прыгали без шарфиков, заболеют, начнется опять новая волна паники. Я думаю, что будет очень интересно. Жаль, что этот джин уже выпущен из бутылки, но я буду внимательно следить за новостями. Щодо нації, ви знаєте, наприкінці тижня Володимир Путін розказав, що таке українська нація, розповів, що насправді українці – це ті, хто жили на окраїнах Великої Росії, і насправді були заточені тільки на те, щоб відбивати для Росії напади татарської орди. Давайте, до речі, послухаємо цей шматочок розмови Путіна, ну і проаналізуємо, у нас буде буквально дві хвилинки. Вообще украинцами называли людей, которые жили... Украинцами. 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 Называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Пскове. Украинцами называли тех, которые защищали, значит, с юга от набегов крымского хана. Но на Урале кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, по-моему, до этого же времени, до 14-15 века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими.
От навіть не будемо аналізувати, пане Володимире, ви є? Та. От навіть не будемо аналізувати знання історії і помилки та, в словах Володимира Путіна. Всі все зрозуміли, але зрозуміло, що це інтерв'ю і ось цей шматочок подивилася і українська влада. От, на вашу думку, якось на українську владу вплинуло таке ставлення, традиційне ставлення Володимира Путіна до українців? Нарешті рожеві окуляри зняті чи ні? Я все ще переварюю те, що українці були на Уралі, як говорив класик. А наші там були, наші скрізь були. Я не знаю, как это заявление повлияло на украинскую власть. Я не уверен, что оно для нее, потому что Путин разные месседжи посылает разным аудиториям. Может быть, это было на внутреннюю аудиторию. А может, конечно, и Зеленская может. Ну, чтобы он посмотрел это, эту передачу и так вгляделся еще в глаза Путину, как он говорит, и увидел там стремление к миру и понимание, что войну нужно закончить. Реакция с украинской стороны предсказуемо будет никакая. Потому что украинская сторона вообще старается ни на что не реагировать и просто повторять, что все нормально, нужно проводить отвод войск, мир уже вот-вот, вот-вот уже, вот он рядом сейчас, дядюшка, я не могу выбрать, Сивоха запустит свою платформу примирения и будем опять в дружной семье народов. Ну вот пока такой вектор выбран, что может мозги прочистить в этом направлении и понять, что ну, не все так просто, не получится сойтись посередине. Я не знаю. Дякую, пане Володимире. Володимир Завгородній, блогер, був гостем цієї частини інформаційного дня. Скайп-зв'язком з Рівного. Гарного вам дня, пане Володимире. Невеличка рекламна пауза. Далі за 5 хвилин новини. Там ви побачите, почуєте заяву Олексія Данілова. Він звертається до Кабінету міністрів України з проханням відновити Держепідемслужбу. Ну, а Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, заявив, що уряд максимально мобілізований для того, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. Пауза. Продовжимо.